Шаркену выводить! Thank you.
Байдарка надувная. Они в Декатлоне продают. Ну, в Декатлоне раньше. Сейчас, может, Спортмастер или что-то такое. Да-да-да. Есть каяки, которые здесь плавают, пластмассовые. Они быстрее, где-то километра на 2 в час. Вот. Но в целом она очень удобная, то что ее просто закинул в машину, в рюкзак и все. Она 14 килограмм весит, а каяки, они по 25 их там таскать. То есть, ну, если там на двоих, допустим. Все, счастливо. Инста 360. Инста? Ой, еще трехмерная палочка. Да. Как завидно. Да, они же запретили сейчас коптеры везде летать. У меня дома вот сейчас лежит на полке. Вот остается вариант такой. Ну, кстати, недорогая она там. Ну, блин, я в Эмиратах брал, а здесь, я думаю, не знаю, 1050, наверное. Нормально, как альтернатива, конечно, не снять там метров со 100, но тоже что-нибудь можно.